По поводу беженцев, я считаю так, то, что те люди, которые говорят, что а как же мы, а что вот мы, у нас у самих нет работы, я считаю, что все в ваших руках, и вы все можете. Действительно, у них там очень сложная ситуация. Ну а что им делать? А куда им бежать? Оставаться там под пулями и под всякими танками, я считаю, что это сложно, и как бы я считаю, что мы должны давать им поддержку и помощь, те люди, которые это могут делать, не те, которые не могут этого делать, вы живите дальше, занимайтесь своей жизнью. Вот, а те, кто просто не может, кто может это себе позволить, я считаю, что люди должны объединяться и помогать им. Вот, это должны быть какие-то регионы, я слышала, что это, да, Ростовская область, там, да, там их где-то селят, там еще какие-то там российские там регионы. Вот, собственно говоря, я считаю, то, что надо помогать, мы все люди, мы все сделаны из одного теста, и не важно то, что мы там в каких-то километрах друг от друга там родились, я считаю, что мы должны помогать, я думаю, правительство делает все правильно, мы найдем хороший выход из этой ситуации и все-таки поможем и людям, и останемся сами на плаву.